Голландия. Мы нашли небольшой шелтер. Вот сейчас будем кушать. 2 часа дня. Уже так основательно темнеет. Мы сейчас находимся у хоста дома. И смотрите, вот типичная ванная, финская ванная. И что у нас здесь есть? Это обычная квартира. Опачки, а здесь сауна. Вот, классно, сегодня будем париться. Вот так выглядит полярный день. Сейчас 2 часа 30 минут. Мы собираемся идти в хижину. Вернее, мы идем в хижину в лесу для того, чтобы встретить Новый год. 3 часа дня. Полярный день. И мы идем к нашей хижине. Непонятно, где она. Ну, по карте понятно. А вообще она посреди ничего. Ну вот, в интересных местах в Лапландии, в отдалении от туристических мест популярных. Надеемся, мы через 2 часа туда доберемся и будет все так, как мы ожидаем. Утро 1 января. Снежное-снежное утро. Мороз. На, мороз. Домик наш. Наш домик находится в живописной местности, где-то в 10 километрах от деревни Сала. Зимой сюда обычно туристы не приходят, то есть тропы не прочищены. Здесь находится уже замерзший колодец. Как видите, здесь можно на снегомобиле доехать. А дойти довольно-таки тяжело, потому что нужно протаптывать тропы. Там вот находится туалет. Здесь еще один домик. Можно сказать, сарай.
покажу, смотрите. Дрова. Очень много дров. Пилка. Вообще, короче, все для жизни. Газ, но он не работает. Есть еще уголь. Такая красивая местность. Рядом река замерзшая. Ну, а самое главное, что в доме есть печка. Так. Что же у нас здесь есть? Здесь есть такая штука. Там много снега мы не открывали. Для мусора. Душа. И вот так выглядит дом. Печь добротная такая. Лавки для сна, столик. Можно повесить свои вещи. Здесь была посуда, две кастрюли. Для газа плитка, но газ не работает. Полочки, огнетушитель. Чисто. Веник есть. И самое главное, кроме теплоты, конечно, это вид из окна. Он просто шикарный. Очень крутой. Такой вот уютный домик. Мы перешли на другой берег реки от домика, от хижины. Чуть видно вот наши следы и вот река. Еле-еле нашли этот такой природный мостик, когда сюда шли. И вот уже возвращаемся назад в деревню Сала. Город Кандалакша. Час дня. Вот смотрите, пожалуйста, солнце. Север. 240 километров до Мурманска. Где-то примерно 500 километров до Киркинесса, норвежского города. И вот я, например, не думала, что можно солнце увидеть настолько на севере. Оказывается, можно. Да. Уже да прям с 8 месяцев начинают тренировать, они, да? Они пока не запрягают, но они уже по трассе, по этой воде, чтобы они знали, где там. Не могу найти масик, когда они мелкие были. Такой красивый. Так, а ну покажу глазочек. Пусть.